всех приветствую, всем добрый день суток. Еду на почту. Думаю, что от Тамары Лавровой пришла посылка. Но сейчас глянем. На 2 килограмма там с небольшим. Сейчас заберу посылочку, потом посмотрим распаковочку. Я обязательно вам покажу. Вот. Итак, я не знаю, почта работает или нет. Сейчас посмотрим, глянем, что как. Вот. Все тает, весна. Все отлично. Блин, на заправку надо еще заехать. Сейчас заеду, забыл совсем. Ну вот. Сейчас мы быстренько это все дело заскочим. Как между прочим, да? О, каша, 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 каша. Вовремя я с вольеров-то скинул снег-то. Сейчас раз и андулин у меня весь оголится, будет четенький, ровненький, сухой. Будет классно. Машины какие-то стоят, значит, работает. Хотя время. Сейчас посмотрю. Потом покажу, что какое, сколько детворы. Да, Тамара Лавровой пришла. Дом распакуем. Так. Опа. Что ж там нам прислала Тамара Николаевна? Посмотрим. На 2 с чем-то килограмма. Я думаю, что долгий процесс распаковки не займет, поэтому мы ее распакуем и посмотрим. Вкусняшки. Это стопудово. Хоть что-то. Белка опять подсядет на наркоту. Белуха. Там, походу, тебе пруха. Да, морда. Все, 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 молодцы. Молодцы, Все, 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 едем. Так, ну вот посылочка. Сейчас мы ее аккуратненько вскроем и посмотрим, что нам Тамара Николаевна прислала. Вкусняшки. Для лаечки. Сейчас белка будет рада. Печенюшки. Это мне к чаю. А, собака рисун. Ха, шучу, конечно. Я понимаю, что... О, вот эти они быстро грызут. Знакомые вещи. Вкусные. Они как будто рыба сушеная, раком или собака. Печенюшки. Но это на один зубок насыпал. Сколько их? 4 этих. Ну, все по 4, правильно. Спасибо большое. Вот эти печенюшки тоже даю из кармана за послушание что-нибудь такое. Я потом сделаю как-нибудь обзор вам по лайкам. Ну все, все по 4, все правильно. Большое, огромное спасибо. Я, чтобы коробка совсем не развалилась. Хотя я эту коробку, наверное... И вот такие вот еще вот штуки. Сейчас, когда сейчас, если в лес поедем, я им обязательно дам. Коробочку я вот так вот выкину. Вот такая гора вкусняшек, которой буду постепенно что-то давать. Вот, через опять вылет 2 раза. Один раз вечером и вот сейчас под утро. Ну, утром, ночь тоже, ну, короче, за ночь
вечером, получается, пыталась выйти. А до этого молчала 2 дня. Я прям удивился, думаю, муж не будет. Не. И вот сейчас тоже залаяли, а она свою песню. И как ревкнула в окно. Чик, все. Смотрит на меня, как это, баран на ворота. Что такое? Нахалка. Вот. Такие вот пидишечки, педигри. Кстати, они немножко занимаются. Это вот они еще грызут. Ну, как бы долгоиграющие. Ну, печенье сами понимаете. Вы видите, как они шкуру лося отрывают. Ее руками не выдернешь, а она щиплется, как будто они бреют. Какая силища. Вот, я сделаю, что говорил, сделаю обзор. Я очень рад, что есть такие теперь вкусняшки. У меня есть чем-то. Они потому что уже привыкли, особенно белкуня. Что-то ждет из кармана. Сделаю обзор по собакам, о породе, чтобы многим стало все понятно по воспитанию, как это воспитывается, к чему и как, что за порода. Немножко и как бы 100 лет, как бы такой ролик есть о лайках, да, но немножко сделаю, как говорится, еще расскажу о самой породе, о истории породе. Приглашу их сюда на диванчик. Хотя сейчас жарко, и ну, усидят. Минут 10 должны усидеть, потому что они начинают чесаться и с ума сходят. Вот. Вот такая вот посылочка, Тамара Лаврова Николаевна. Большое спасибо. Белка гавкнет. Все гавкнут обязательно. Все погавкают. Вот. Ну, а мне что остается? Сейчас пью чай. И дальше дела. Вот. Ну, все. Вот так вот. Вкусняшки есть. Резервы есть. Конечно, самые лучшие вкусняшки, это, конечно, сырое все. Это мясо с костями и так далее. Но, понятно. В посылке она не доедет, а это. А так, чуть-чуть нет, похрумкать можно. Я не похрумкаю, с удовольствием. Но вот эти печенюшки-то вообще. Даже... Начос. Начос классический. Злаки, продукты растительного мяса и мясные, продукты, говядина 5%. Угу. Юки. А что такое юка? Экстракт юки. Растение вот это какое-то, да, показано? Таких не было. Лакомство для собак. Ну, злаки, 5% говядины, туда-сюда. Ну, это понятно. Срок хранения 12 месяцев, 80 грамм. Все пригодится, все съестся. Если была бы Герда, вот этого бы на один день. Все, Тамара Николаевна, большое огромное спасибо. Жму руку, обнимаю до хруста в позвоночнике. Увидимся в травматологии. Шучу, конечно. Всех благ, всем здоровья, все и так далее. Увидимся, может быть, когда-то и встретимся. И всего-всего наилучшего. Стоит змей. Я тебе вот повою. Я вот одна стоишь, все спят. А ты одна стоишь. Калибри, блин. Малибри. Коза. Все, увидимся на каналах. Всем спасибо. Буду убирать большую коробку на выход на в коридоре, куда где все лежат у меня там и игрушки, и вот оттуда достаю это. Вот. Но белку уже домой не затащишь. Мне приходится на улице уже все делать. На улице тепло, у нас весна. Всем хорошего настроения, хорошей погоды. Всем пока-пока. Что такое? Ты сгоняете? А? Морды. Линкаюр в будке. Сейчас выпущу. Все. Иду.